Сделал вот такую семенсажалку, чтобы семена сажать, фасоль. Выставил в YouTube. И рядом видео. Полно таких, оказывается. Я не знал даже. А оказывается, неправильно я сделал ручку вот эту вот. Вот эту ручку. Надо ее делать сбоку. Сейчас вот. Вот так. Вот так сбоку. Будем переделывать. Будем переделывать. Я даже не думал, что в Ютубе есть такие вот. Они называются пистолет для посадки семян. Так и мы назовем его. Первый ролик у меня там есть. Подписывайтесь на канал. Будет интересно. Ну вот ручку уже переделали. Сбоку ее сделали, эту ручку. Она будет намного удобнее, чем раньше она у нас была. Вот сейчас попробуем. Работает все. На следующий год будем испытывать. Сюда зернышки в горловину кидать. Фасоли, кроха, арбуза. Любые. Подписывайтесь на канал. Тачники. Будет интересно. Что-нибудь придумаем. Увидим в Ютубе. Сделаем и вам покажем, правда это или неправда. В общем, так вот. Она у нас вышла. Как-то так. Педалька. И вот она. Нажимать. Можно нажимать, если грунт жесткий. А если грунт мягкий, просто идти, втыкать, нажал, пустил, вытащил. Вот так вот. Ну все, пока-пока.